Самирой сегодня подсмотрел по Майнкрафту, у меня скин не прогружает с какого-то фига. Ник. Он никуда прогрузился, и скин сейчас загрузится. У меня скин прекрасный. Это телефон, вот это. Вот. Который у меня был сейчас. А еще я хочу убрать этот скин. Нажимаем сюда, нажимаем сюда, сюда. Волосы. Смешная, конечно, она. Прикольно. Совсем не подходит. Прямо оранжевый. По усам. Так, мальчику я тоже какой-нибудь сделаю красивую.
вот. Головной убор. Вот такой головной убор вообще клад. Смотрите, я сохранила. Какая красивая я получилась, боже мой! Да. Надо что-нибудь поменяла, но не надо. Скин у меня красивый. У него не совсем переливается, так что видно себе. У меня скин появится. Сейчас пытаюсь перепрыгнуть. Да, на ковре, естественно, стоять могу. Накрученные окна сидят у детей. Девки, мини-юбка, а это про тупень. Подскочила от твоего вида. Ты куда в этом идёт? Никита, ты... Я думала, можно сделать ну какой-нибудь мир. Так, сейчас кое-что вырежу. Все, появилось в мире. Полетели!
Сейчас построю свой большой домик. Нет, лаву уберу, зрителей, да все-таки жалко. Это их деревня. Я еще кое-какой мод добавила. Прямо надо перекрыть, потому что это мой дом. Телефон подняла, я отпустила, вы отберите меня. Вот это дом всегда здесь стоял, зрители себя ведут. Ну совсем на труд игроков. Совсем! Им лишь бы нового зелья. И все. Вот все, что им нужно. Thank you.
Карлись они, его на крысе. Я карлись они, его на крысе. Я карлись они, его на крысе. Вот такой вот дом у меня будет. Даже так сделаем. Дом большой, хоть отбавляй. Цветочки у меня будут именно таких цветов. Этого ракурса видно, что это обычный маленький дом, а если так, огромный домино, огромная домино. Что-то тут не, этот не вливается внутрь. Вот я буду делать только на вот таких вот стенках, чтобы было полностью видно цветок. Иди отсюда, козёл. Ой. Через одну секунду, а для меня это пройдет несколько минут. Пока я это делала, целая ночь прошла. Что тут отливается? Возьмем прям розовые затонированные окна. То есть стеклись. Ну, свет должен быть какой-нибудь в доме. Да, у меня двухэтажный дом. Прям посередине цветочек. Пуник. Ой. Пуник. Не, я просто возьму потолок лысым. На два блока. А чё нет, лысым на один? Мама, я такое слышала. Ну, думаю, довольно-таки большой.
вот хорошо, что я не поставил. Вот хорошо, что я поставила сюда доски. А то у нас ком будет тепло. А то будет носка. Здесь у меня будет спальный уголок. Стоп. Мы не будем закрывать. Так тут не будем закрывать. Я отмечу, что здесь будет спальня. Не забудь. Мой дом становится красивее. Мой большой дом. Around so let me down.
И вот пройдет секунда, а для меня целая вечность. Я все Алло, 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 пицицит. Алло, 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 алло. Такие плохи, что всегда. Никто из зрителей ко мне не проберется. Я помню, а как-то раз здесь дом стоял. Он такой же красивый, как сейчас. Сейчас у меня прям обалденный. Ну, вы просто не знаете. Я просто в этой деревне строил такой большой дом. У меня произошла ошибка. Здесь это было тогда на старом Майнкрафте. А мне нет. Делисис. Алло, 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 алло. Для меня пройдет вечность, а для вас секунда. Все, я закончила, я даже немножечко крысу начала делать. Так.
Вот вы все знаете такой бесящий момент, когда ступенька ставится перевернутой. Мишка, сосиска, тунч, тунч. Мамочка, зывочка, тунч, тунч. Мишка, сосиска, тунч, тунч. Ку-ку, я немножко. Алло, алло. Так. Не смогут. Нам не нужно. О, кто-то строит там видео. Нам продать этот дом. Но это мой дом. Блин, ну там просто много. Я не хватает. Ну блин. Чего? Совсем? Крис. Маленькие зрители, ну-ка быстро продали это дом. Прости, мы не можем продать. У нас фирменный дом. Как мы можем продать таким мелким тупым засранцам? Они его все изгадят. Ну изгадят и изгадят. Засранцы. Они мне весь дом искатели. Она им все-таки дала этот дом. Пу, безмозговую свинину. Вы сами видели, у нее глаза косоглазые. Она косоглазая. Значит, она тупая. Не правда ли? Но дом у меня прекрасный получается вместе. Если деревню скрестить с моим домом,
то все дома будут такими вот червями. И детям будет это не нравится, потому что они все мальчики. Да. Вы спросите у меня. Тогда из-за чего у них появляются дети? Я вам скажу, это просто их боты-копии. Алло, алло, алло. Ну вот, вы видели такой противный момент, который меня постоянно бесит, и я телефон кидаю. Алло, 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 теперь нет такого бесящего момента. Можно спокойно поставить. Тупая корова, тупая пестрисая корова. Мясо получила. Тупая оранжевая бесстыжая корова.
Все в другом месте. Волки. Может мне их приручить? То есть взять косточку и взять и приручить. Волки. Волки. Маленький волк. Где ты? Он хотел большого носа. Надеюсь, это бамбуль. Нет, это не бамбуль. А блин, ты, блин, тупой. Вот молись. Малюсик. Все, идем. Маленький песик. Он просто ко мне тень придется. Пук. И все. Сидеть. Все. Пусть сидит, отдыхает. Пусть на кайфуле, на расслабоне. На чиле. На расслабоне. Короче, его волка себе. Теперь это песень. Я обозвать, ну ничего, что он не спит, сразу приручился. Наоборот, милее только делает его. Потому что сядьки. Пунь-пунь-пунь. Мой песик сидит, милюсь. Просто так Петька сундук. Давайте Петька сундук. Ой. И сундучок. Светильник это не полный бог. Мне надо с двумя поставить его. Я думаю, здесь сделать зачаровали. Куда звук летучей мыши?
Mm-hmm.